Подготовка к молодежному форуму «Машук» вошла в финальную стадию. Все вопросы, оставшиеся на повестке, обсудили в Пятигорске на заседании под председательством полпреда президента России в СКФО Сергея Меликова. Там прозвучало: на сегодняшний день заявки на участие в программе одной из крупнейших молодежных площадок страны подали 4345 человек. Регистрация продлится до 1 июля. Для юридических лиц в этом году предусмотрены 20 грантов по 2,5 миллиона рублей. Размер грантов для физических лиц составит от 300 до 500 тысяч. Утвержден состав комиссии, которая будет определять победителей. Туда вошли 22 эксперта федерального и окружного уровня. Напомню, «Машук-2016» пройдет с 5 по 19 августа.